Стать блогером очень просто. Главное начать, ведь количество подписчиков зависит от качественного контента и интересной идеи. Естественно, что начинающие блогеры всегда учатся у более опытных и продвинутых. Именно поэтому инфлюенсеры из Москвы решили поделиться с челябинской публикой своими секретами съемки и о том, как превратить свое хобби в заработок. Александр Ларин – режиссер, оператор музыкальных клипов и тревел-видео. Известен тем, что снимает все на мобильный телефон. Наша сегодняшняя тема была создание профессионального контента, видеоконтента, в основном в теме travel, с использованием камеры iPhone. Вот, оказывается, что этот телефон, он открывает прям новые возможности для видеосъемки в таких сложных условиях, ну, прям экстремальных условиях, как путешествие. И, собственно, об этом сегодня была речь. Интерес к видео, он появился сам по себе. Вы знаете, это тот идеальный случай, когда хобби и то вообще, что тебя увлекает, в конце концов превращается в твою работу. Все началось с того, что когда мне было лет, наверное, 13, я купил себе маленькую мыльницу и сначала на нее фоткал, потом нашел функцию видео, что-то снимал на видео, а потом как-то подумал, можно за это что-то смонтировать. Я слышал, что есть такая штука, как видеомонтаж. А потом пошло, поехало, и, собственно, сегодня привело к тому, что это моя работа. Однажды у нас на одной съемке так получилось, что украли все съемочное оборудование, и все, что осталось, это был iPhone, и заканчивать съемку и делать следующие, которые были по плану, по графику, нам пришлось на iPhone. Благо, на тот момент сверхтребований к качеству не было, главное было рассказать историю и, ну, идею передать. Юлия Космо путь к сердцу подписчиков проложила благодаря своим талантливым раскладкам предметов и еды. А на своей лекции она поделилась секретной информацией о том, как правильно вести свой блог. Я даже приехала с эксклюзивом, потому что про те предложения, которые я сегодня буду рассказывать, на которых можно работать на айфоне, даже не все, так скажем, столичные фотографы об этом знают. У меня часто спрашивают даже сами рестораторы из серии «Как вы это сделали? Расскажите секрет». Вот, я до этого времени этот секрет оставляю в тайне, и, соответственно, только сегодня его раскрою именно для челябинцев. Я, на самом деле, снимаю меню в серьезных заведениях, в ресторанах, в кафе, вот, и, соответственно, моя вторая сфера деятельности – это именно блогинг. А блогинг в Инстаграме, он, так скажем, взял свое развитие, в принципе, из Flatlife, потому что этому жанру уже больше, чем десяток лет, вот, но у меня высшее художественное образование, соответственно, жанр Flatlife я немножечко смешала с тем, что я знаю, на то, что я получала образование. Я смешала этот жанр со своими знаниями и плюс современные технологии. Теперь занимаюсь ожившим флатлейм. То есть даже, скажем, мы уже перешли немножко вперед, и теперь я создаю такие раскладки, где движется, например, кофе или там листочки шевелятся. Это называется еще и синемография, и, соответственно, получается, что несколько таких жанров искусства соединились в один, и, соответственно, вот получается такая огромная сфера деятельности для любого творческого человека. Вся прелесть блогерства в том, что эта тема открыта для каждого. Главное желание учиться новому, находить свои идеи и делать что-то исключительно интересное, красивое и качественное.